Здравствуйте, в эфире Кент ТВ, меня зовут Нурлан, и сегодня в нашей программе мы хотим вам рассказать, что такое КБТ. Об этом в специальном репортаже расскажет мой коллега Арман, вам слово. Спасибо, Нурлан. Добрый день, друзья. А что же такое КБТ? Правильно, это культура безопасного труда. А какова же основная цель КБТ? Правильно, вернуться домой живым и невредимым. И для этого нам помогут 4 основных навыка, таких как развивай отношения, распознай опасность, не молчи, поступай правильно. И теперь главный вопрос. Применяете ли вы КБТ действия? В этом видео наши коллеги покажут вам на примере, как они применяют его на практике. With our project manager, с нашим проектным менеджером. Just informal conversations, informal chats. And you were at the last meeting, so yes, yes. Isn't that nice of a character? Обстановки непринужденных поучаствовал, вот так вот близко общаться. Это первый раз вообще выступил и вообще участвовал. Ассаламу алейкум, коллеги. Алейкум ассалам. Как ваши дела? Отлично. Здоровье. Солнце. Вы это прошлый год в Урзаш, да? Да. Как у вас самочувствие? Как вы за проходите? Шатур нормально. Чувствую. Привыкли. Ориентировались. Сонка. Сон классный. Самый тяжелый это сон. Ну, привыкли, нормально. А это что? Что у тебя с собой? Настроение у тебя нет? Нет, все нормально. Точно? Да. Может, что-то беспокоит, дома там все хорошо? Да, все отлично. Кредит оплачен? Да. Родители, дети, все нормально? Все нормально, да. Точно? Да. Ассаламу алейкум, бауырым. Мен есім Ақанбат. Мен өзімнің жұмысы тоқтатқан пайдалана отырып, сіздің жұмысыңызды тоқтатамын. Бауырым, бұл жерде мен сені не үшін тоқтаттым? Не дұрыс емес деп ойлайсың? Ереже бойынша негізі бір адам ұстап тұру керек сатына. Қасымдағы әріптесім кетіп қалған себебінен өзім асығыс бастап кеткен. Сатыдан құлағанда өзің үлкен жарақат аласың. Отбасыңды ойла, олайтын сені ойындап бағады. Жұмысты қауіпсіз жасауға әрқашан уақыт бар. Иә, шынымен де болдым. Уақыт бөліп жаңашылдық танытқан үшін көп рахмет. Іске сәт. Согласно исполнительной схеме и разрешительной документации. Вывешены ярлыки или замки. Ключ на контроле у ответственного лица. Друзья! В этом видео мы показали один из примеров применения навыков КБТ в действии. Напоследок я хотел бы добавить, не забывать использовать КБТ и дома. Спасибо, Арман. На этом у нас все. Всем безопасной вахты. До новых встреч.